А я не знаю, где. Красиво. Вход красиво. А мне прямо еще идти? Ладно, пойдем прямо. Сказал бы, что красиво, of course. Так как у меня нет девушки, я сказал бы, of course. Изи. Так, нужно у прохожих спросить. Так, чатик, вы меня ведете по этому, по GPS-у? Ой, сейчас, камера не привык. А ну-ка, одесситы, хелпаните, девушки. О, все, зеленый. Направо? Нет, направо точно нет. Я вот не помню, куда мне, где-то мне нужно было поворачивать. Наверное, на Next, скорее всего, налево буду поворачивать. Налево, сейчас. Ты в курсе, себя стрим на YouTube? Of course. Потому что я ютубер нереальный. Здесь уже людей нету. Я не знаю, почему еще показывается, что как-то светло, на самом деле уже так темно. А куда тебе на базарное 29? А ну забейте, ну. Сейчас приведу вас домой. Чатик, вы были когда-нибудь у стримеров дома или нет? Или не бывали еще? Куда ты свернул? Так вы мне сказали свернуть. Так, чатик, ну что вы начинаете меня разводить? Чего вы меня разводите? Вы сказали мне налево повернуть, я повернула налево. Кто мне там сказал? Да, да, налево. Ага. Сейчас нужно, наверное, еще прямо, а потом уж налево, скорее всего. Кого-то, слушай, не одесситы. Так я что, знаю, кто одесситы? Есть одессит? Кто одессит? Ставьте плюс. Буду служить только одесситов, то вы не одесситы. А, вещатик одесситов. Прямо и налево. Ага. Сейчас лучше людей. Простите, а как пройти на улицу Базарная? Базарная? Прямо мне идти? Ага, спасибо. Поняли? Прямо. Едем. Даже Кедик. Кедик, я знаю то, что ты живешь на Франковской, прихло. Бля, ты еще дома не дошла? Так я не иду еще. Я знаю, дед, какой пазл, лучше билет до Москвы взять. Я в Москве вообще ни разу не была. Maybe приеду на стримфест. Но это не точно, of course. У тебя такая красивая попка. Реально? А ну смотрите, красивая. А ну, чат, круто. Вы увидели, да? Круто. Я сама откуда? Я сама с Хмельницкого. Я думаю, только те, кто с России, то даже не знаю, где это на самом деле. Блин, опять шнурок развязался. Бумыч, можешь мне шнурок завязать? Пожалуйста. А то мне никто шнурки не хочет завязывать, а я не умею. Чатик, завяжите шнурки, пожалуйста. Где-то Хмельницкий, это западная Украина. Ну, наверное, это центр, типа, и немного, ну, как правее, вот. Но там, ну, суржик образовали, типа, украинский суржик. Ты же место... Да, я сама с Полонова, да. Да. Если я буду говорить то, что Полоны, то я думаю то, что вообще... Я ready на все. Опа. Опа. Все, чат. Я нашла, кто мне будет руки завязывать. Сейчас, подождите. Это я их завязывала, они опять развязались. Вот зараза. Опа, плюс стрим снайка. Здорово. Базарная здесь, идем. А тебя как зовут, сладкий? Меня Влад зовут. Влад? А как ник на Твиче? Влад GTX, сейчас я напишу. Влад GTX. Влад GTX, Влад GTX, если что. Так, давай смайлик. Блин, а что ты раньше не был? Ой, блядь, да я тут живу рядом.
смотрю, ты идешь домой. Думаю, надо тебя догнать. А я думала, мне нужно просто было шнурки завязать. Я пошел, поэтому... Поэтому немного... Это мой подписчик. Влад GTX. Все, что-то темно стало. Да. Слушай, что ты меня не туда ведешь, походу. Пацаны... Ну, ты я прям живу рядом. Так бы я не вышел, ну и нахуй. Я и так в другую улицу. Павлик, не бань. Все, пацаны, мы идем в темноту. Все, меня банить собралось, да? Да. Да я не писал в чате. Давай, а пошли. Это... Где, туда прямо просто идти или куда? Да, просто прямо. Просто прямо, окей. А то я не знаю, куда идти. Блять, я пошел другой улицей, знаешь, немножко спутал, угу. Потом обратно. А ты как, ты коренной одессит? Да, да, да. А можешь типа что-то на этом одесситском прям сказать, вот это вот, как они разговаривают? Не, ну я же не еврей, я не могу. А, нет. А там да, так... Так и да, там вот эти вот, все да, приколы. Да, да, так это, и да. Ну, это еврейское. Это те самые дешевые штаны секонд-хенда? Нет, это нормальные штаны, это Бершка я покупала за 1000 гривен аж. Блять, я думал, уже меня обсуждают. Не, они тебя просто забанили. И все. Что, серьезно? Сейчас? Это маньяк. А ты маньяк? Я живу на Успенской просто, параллельно. На Успенской он живет. Чатик вообще уже темно, да? Стало, тут уже нет освещения, как в центре. Вот. Палик, Валик, тебя уже разбаним. Так, что-то не очень пропоминаю. Вот, здесь уже нормально стало. Наверное, как лучше, когда на меня свет падает, или когда темно, и когда меня вообще почти не видно? Вот. А ну покажись-ка на камеру. Так хорошо. Мне надо просто ниже становиться. А какой у тебя рост?